Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Капитан Дюшант на связи. Подземный проход к цели под контролем. Чего-то в этом роде следовало ожидать. Вскоре после крушения корпорации Umbrella их биооружие оказалось в руках террористов. И в мире началась новая эпоха биотерроризма, сместив равновесие сил в тех странах, которые были этим затронуты. В регионах, утративших стабильность, люди боялись повторения того, что произошло в Рекон-Сити. Паника нарастала, и правительства обратились к глобальному фармацевтическому консорциуму, создавшему антитеррористическое подразделение BSAA. Оперативники BSAA занимались нейтрализацией очагов биотерроризма и восстанавливали порядок в пострадавших регионах. Добро пожаловать в Африку. Меня зовут Шева Аламар. Крис Редфилд. А вас все наслышаны, мистер Редфилд? Для меня это честь. Просто, Крис, спасибо. Вы поедете со мной до пункта назначения? Да. После переворота напряженность все нарастает. Кто бы сомневался, теперь там для террористов просто рай. И американцу они будут совсем не рады. Хоть из ООН, хоть откуда. Так что вам нужен напарник. Из местных это я. Тогда переходим на «ты». Напарник. Что с вами? Ой, извини. Порядок. Пошли. Каждый год приносит все новые и новые потери, новые трагедии. Я все чаще и чаще задумываюсь, а стоит ли вообще бороться? Может, когда-нибудь я это пойму. Убери свои руки. Пошли. Одно я знаю наверняка. У меня есть работа, и я ее выполню. Вы двое. Сюда. Может, это из-за нового правительства, но люди тут сейчас слегка дерганые.
Делайте то, зачем приехали, и убирайтесь прочь. Да уж, американцев тут встречают с фанфарами. Ваше оружие у меня. Проверяйте. Координаты места назначения. Городская площадь впереди. Идите туда, Альфа ждет на месте сделки. Ясно. А что вам известно об Уроборосе? Слухи в основном. Что-то насчет программы судного дня. Судный день звучит подходяще, и похоже, это не слухи. Вы шутите? Найдите человека по имени Ирвин. Только он что-то знает. И будьте поосторожнее. Ты в порядке? Вы полную чушь несете! Катитесь все к дьяволу! Подожди, это же наш. Произошло. Эй, кто это сделал? На нас напали. Ирвин. Он сбежал. Это была подстава. Подстава? Что это? Данные по сделке. Я их слил с компьютера. Передайте их в штаб. Эй, держись!
Я кого-то заметила, но он сбежал. Кирк, ты слышишь? Данные у нас. Но Альфа погибла, а Ирвин сбежал. Вас понял. Передайте данные с машины на складе. Ясно. Это еще что? Видимо, убийца Альфа. Нашел. Что это было? Биооружие, которое оставил этот гад Ирвин, чтобы заманить нас. Учитывая, во что оно превратило Альфу. Нам повезло, что мы еще дышим. Жаль, что мы не успели раньше. И если бы успели, нас бы уже в живых не было. Крис вызывает штаб. Прием. Штаб на связи. Отличная работа. Мы сейчас же займемся данными. В городе творится черт знает что. Жители ведут себя как те Ганада из отчета Кеннеди. И кроме того, появилось нечто новое, с чем мы прежде не сталкивались. Кроме того, мы остались без транспорта. Прошу уточнить задание. Задание прежнее. Ваша главная цель — захватить Ирвина. Мы считаем, он скрылся в шахтах по ту сторону вокзала. Что? Нас осталось всего двое. Вы отправите нас одних? К вам уже направлена группа Дельта. Они помогут вам найти и арестовать Ирвина. Но мы же не можем... Повторяю, задание не меняется. Мы не можем его упустить. Отправляйтесь в шахты за вокзалом. Конец связи. Это безумие. Ты не чувствуешь себя расходным материалом? О боже. Ах, Кирк. Yeah.
Как же я рад вас видеть, парни. Группа Дельта, капитан Стоун. Крис Редфилд. Шева. Спасибо, Джош, за мной должок. Вы что, знакомы? Джош мой наставник. Он научил меня всему, что я умею. Шева для всех нас была как сестренка. Так, Шева, ты должна продолжить поиски Ирвина. Судя по данным, которые мы извлекли из жесткого диска, он перебазировался в район шахт. Вот флешка с данными. Мы зачистим район здесь и пойдем за вами, и на всякий случай. Держите радио включенным. Спасибо, Джош. Джилл? Крис? Ты в порядке? Этот снимок. Ладно, ерунда. Пошли дальше. Стоять! О, черт! Ты должно быть Ирвин. Какие мы догадливые! Ты еще и шутник. Ты такой же подонок, как все террористы. О, нет, я не такой, как все. Я деловой человек с принципами. Бросай оружие. Ау! Может, вы бросите свое? Здорово. Значит, у Ирвина есть сообщник. Он явно не хотел, чтобы мы увидели эти бумаги. Ну, что там? Смотри. Эксперимент? Буровой комплекс? Это же на болотах.
Что могло такое натворить? Где ты, Джош? Шева, ты можешь не идти дальше. Ты можешь отказаться. Подожди, а как же ты? У меня тут личный интерес. Личный интерес? Крис, оглянись вокруг. Нам обоим надо валить отсюда к черту. Для меня это не просто задание. Что ты имеешь в виду? Недавно я получил наводку, что моя прежняя напарница еще жива. Сперва я не знал, что и думать. Но когда увидел файл данных Дельты, я поверил. Джилл еще жива. Это та женщина на фото? А ты точно уверен, что это она? Мы были партнерами. Я уверен. Постой. Постой. Один ты не пойдешь. Крис, постой. У меня мало времени, я должен ее найти. Я пойду с тобой. Те люди, которые гибнут здесь, мой народ. А ты уверена? Минуту назад ты была готова сделать ноги. Я не могу просто повернуться и уйти. Тогда больше никаких приказов. Только мы двое. Мы партнеры. До конца. А вот теперь пошли. Вас понял. Что случилось с твоей напарницей? Мы с Джилл охотились за Альбертом Вескер. Вескер. Он был большой шишкой в Амбрелле и командиром нашего отряда Старс. После инцидента в Рекун-Сити я увидел его на острове Рокфорд. С тех пор мы пытались его выследить. Пару лет назад надежный источник слил нам информацию о том, где живет основатель Амбреллы Озвилл Спенсер. Мы нанесли ему визит в надежде, что он выведет нас на Вескера. Вескер!
Джилл так и не нашли, но ее объявили погибшей. Женщина на фотографии очень похожа на нее. Я должен выяснить, жива ли она. Вы были близки? Мы были партнерами. А ты? Как ты оказалась в BSA? Мои родители погибли при аварии на фармацевтическом заводе, когда я была еще маленькой. Амбрелла? Да. Потом я узнала, что авария была подстроена. Для того, чтобы скрыть производство биооружия для террористов. Они использовали Африку как полигон для экспериментов. Биологическое оружие убило моих родителей. И кто-то должен за это ответить. Поэтому ты пошла в BSA. В одиночку человек мало что может. Даже такой супергерой, как ты, Крис. Я не супергерой. Но вместе мы прикроем эту лавочку. Тогда отомстим за наших погибших братьев. Держись. Джош? Шева? Ты жив? Ты в порядке? Что... Как ты тут оказался? Мы были в порту, на нас напали. А потом... Вот я оказался здесь. А где моя группа? Черт! Нас теперь только трое. Почему вы не ушли? Мы же с ними не справимся. У меня осталось одно дело. На диске с данными об испытаниях биооружия был один файл. С фотографией подруги Криса. Подруги? Я не уйду, пока не найду Ирвина и не выясню, что тут творится. Ладно, потом поболтаем. Вы в порядке? Да, вроде бы. Я в норме. Похоже, Ирвин решил взорвать тут все к чертям и смыться. Мы должны остановить его, пока не поздно. Я поищу, как нам выбраться отсюда. Отлично. А мы за Ирвином. Хорошо, окей. Так, там впереди доки. Скорее всего, туда он и направился. Все поняла. Джош, будь осторожен. Пойдем быстрее. Окей. Вон он. Постой, это же... Времени нет. Ты в порядке?
Что там с Ирвином? А, ладно. Далеко он не уйдет. Джош. Спасибо. Сантиментный патрон. У нас гости. Где это за ним? Мы тебя прикроем. Ты намерен с ними делать? Ты просто пешка Экселы! Это твой хозяин должен был... Еще раз спрашиваю, что ты намерен с ними делать? Ладно, я ими займусь! Используй это. Это? Я из-за вас теряю лицо! Кто, по-вашему, организовал всю эту операцию? Такие исследования требуют уйму денег, между прочим. А на меня все плюют! Но мы это изменим! Не делай этого! Что ты намерен делать? Чёртова Эксела! Настоящего я, значит, не достоин! Эксела? Где этот центр? Отвечай! Что такое проект Ураборос? Онанцы! Вы считаете себя пупом земли, да? Равновесие в мире смещается, и вы не сном, ни духом! Что смещается? Что ты имеешь в виду? Это проект Ураборос, верно? Слишком поздно его не остановить. Ураборос изменит весь мир. Крис! Крис? Это ты, Крис? Что смешного? Откуда ты обо мне знаешь? Все ответы ждут тебя впереди, Крис. В пещере. Если ты, конечно, до них доживешь. Умирать не так уж верно, но все равно без толку. Ты проиграл! Мы теряем приз. Крис!
что теперь? Идем дальше. Это лодка, на которой сбежала та женщина. Значит, вы двое всерьез настроены идти до конца? Да. Дело не только в Джилл, но и в проекте Ура-Борос. Отговорить мне вас не удастся, я понял. Я свяжусь со штабом и попробую добиться отмены приказа об отходе и выбить для вас подкрепление. Главное, оставайтесь в живых. Подготовка почти завершена, а потом можно уходить. Хорошо. Знаешь, меня удивляет успех Лас-Плагас. Поначалу у меня были сомнения, а теперь Ура-Борос завершен. И ты оказалась наверху, Трисл. О, у меня куда более обширные планы. Тебе понадобится партнер, не так ли? Кто-то, способный встать рядом с тобой в новом мире. Мне кажется, я доказала, что достойна. Все может быть. ООНовцы здесь. Похоже, твой дружок Крис Редфилд решил нас навестить. Я чую волнение. План на финальной стадии, и отсрочек я не потерплю. Ну что ж, благодарю тебя, спонсор. Что это за место? Они растут под землей. Это необычные цветы. Ну-ка. Чем тут занималась Амбрелла? Без понятия. Но, похоже, тут уже давно никто не появлялся. Наверняка они хотели сохранить это место в тайне. А кое-где стоит логотип Триссел. Они что, работали вместе?
То же самое было на снимках. Значит, Джилл может быть здесь. А? Что они сделали? Со всего мира для экспериментов. Приехали. Нет доступа? Почему? А вот почему. Где она? Мистер Редфилд, как я рада наконец познакомиться с вами. Вы кто такая? Экселла Жиона. Она из Трисов. О, да, мы выучили уроки. Сотрудник глобального фармацевтического консорциума. Зачем? Ха, с какой стати мне перед вами отчитываться? И вообще, разве вам не приказали дать задний ход? Так это твоя работа? Где Джилл? Джилл, если бы я и знала, думаете, сказала бы вам? Хватит болтать, отвечай, где она? Послушайте, хватит путаться под ногами. Убирайтесь, откуда пришли. Здесь нет ничего, ради чего стоит рисковать жизнь. Она лжет. Ей точно что-то известно. Значит, пришло время ответов. Знаком этот голос. Это Экселла. Все сделано. Альберт ждет с нетерпением. Альберт? Что? Как твои успехи, Альберт? Неплохо. Черт, Лескер. Я думал, он мертв.
добрались. Поднимайтесь. Эксела, где Джилл? Джилл, Джилл, Джилл. Ты как заигранная пластинка, знаешь ли. Очень твердолобы, как он и говорил. Вы столько времени убили на охоту за Ураборосом. Что ж, любуйтесь. Так Ураборос — это новое биооружие. И ты планируешь продавать его террористам? Мысль любопытная, но неверная. Хотя он напоминает биооружие на основе вирусов предок. Никаким террористам продавать его я не собираюсь. Тогда зачем он тебе? Эволюция — это философский камень. Он сам произведет отбор ДНК тех, кто перейдет на следующий этап развития. Мы объединили свое видение будущего и сделали его реальностью. Эволюция? О чем ты говоришь? О, ты скоро это узнаешь. Весь мир узнает. Как досадно. Похоже, он оказался недостоин. Лишь избранные смогут войти в новый мир. Эксела, стой! Эксела Жионе, не с места! Браво! Черт возьми, где Джилл? Джилл? Могу сказать, а могу и нет. Увиливать, нам нужны ответы. Ты не изменился. Вескер, ты правда жив? Это Вескер? В последний раз мы виделись в поместье Спенсера, а? Ну что ж, приятно встретиться с тобой вновь. Странно, что ты нам не рад. Нам? Как медленно ты соображаешь. Джилл. Джилл, это я, Крис. Что? Ты уверен, что это она? Единственная и неповторимая. Всегда. Думаю, все по-честному. Двое на двое. А, Джилл? Я думал, ты доставишь мне больше проблем, Крис. Ты меня разочаровал. Да. Давай. Стой!
Хватит! Это я, Крис. Приди в себя. Как наивно, Крис. Ну что ж, оставлю вас вдвоем. Вам наверняка есть о чем поговорить. Ну же, Джилл! Соберись, очнись! Джилл Валентайн! Крис! Джилл! Потрясающе! Сопротивление на такой далекой стадии похвально, хоть и бессмысленно. Время детских игр кончилось, Крис. У меня дела. Надеюсь, мучения Джилл тебя развлекут. Стой, что ты с ней сделал? Что у нее на груди? Надо с нее это снять. Джилл! Ты в порядке? Крис! Прости меня. Все хорошо. Ты Шива, да? Да. Я не могла ничего сделать. Но, боже, я все осознала. Простите меня. Мы партнеры. Спасибо. Слушайте, со мной все будет в порядке. Но его надо остановить. Мы не можем бросить тебя тут. Придется. Это ваш единственный шанс. Если Вескер добьется своего, Ураборос заразит весь мир. Погибнут миллионы. Ну да, но... Я в порядке. А его надо остановить. Крис, только тебе это под силу. Пока не поздно. Разве ты не веришь напарнику? Ладно. Береги его. Ты наша единственная надежда. Крис. Порядок. Смотри. Пора покончить со всем этим. Пошли. Стоять! Что тут происходит? Вас двоих это не касается. Твоего мнения никто не спрашивал. Говори. Расскажи нам все, что знаешь, и не получишь пулю. Где Вескер? Если будете хорошо себя вести, может быть, и скажу. Черт возьми. Она крута. Надо отдать ей должное. Что это такое? Крис, это... Что бы это ни было, Excel, оно очень дорого. Что ж, вы далеко зашли. Жаль, что здесь ваш путь и кончится. Новая раса сверхлюдей, порожденная вирусом предок. Дети проекта Вескер
имели огромный потенциал. Из них выжил только один. Ты. То есть, я был создан искусственно? Я должен был стать богом. Создать новый мир, населенный расой сверхлюдей. Но все это погибло в Ленкун-Сити. Несмотря на эту неудачу, твое создание — великое достижение. Теперь моя свеча едва теплится. Какая насмешка для того, кто вправе стать богом. Взглянуть в лицо собственной смерти. Право стать богом. Теперь это право мое. Должен стать богом? Ты. До последнего полон гордыни. Лишь тот, кто способен быть богом, достоин этого права. Это право. Ураборос дал мне его. Что здесь произошло, черт возьми? Аксела, что происходит? За что? Я столько сделала. Все для тебя. Крис, как мило, что ты опять с нами. Вескер. Не бойся, твой поиск почти завершен. Ураборос скоро явит себя всему миру. 6 миллиардов предсмертных криков породят новую жизнь. Извини, Вескер, не на моей вахте. Альберт, ты обещал, что мы вместе изменим этот мир. А? За что? Я думала, они заодно. Вескеру ни до кого нет дела, кроме себя. Скоро даже ты это осознаешь, Крис. Всего один взгляд на мой новый мир. И на тебя снизойдет понимание. Покажись! Увы, для тебя слишком поздно. До рассвета ты не доживешь. Извини, Аксела, но похоже, Ураборос отверг тебя. Но ты была ценной помощницей. И вот мое последнее поручение. Что за черт? Прощай, мой старый друг. Собирается рассеять Ураборос по всему миру. Вот как он намерен это сделать. Вескер.
Вот он. Пошли, бегом. Жил. Как ты? Жива. Не волнуйся за меня. А теперь слушай внимательно. Это очень важно. Сверхчеловеческая сила Вескера – это действие вируса. Но вирус нестабилен. Чтобы поддерживать насыщение, он должен регулярно вводить себе сыворотку. Значит, если лишить его сыворотки, он потеряет силу? Именно. Но он только что сделал себе укол, так что следующий понадобится еще не скоро. Черт. Слушай, Эксела говорила, что доза должна быть отмерена очень точно. Значит, передозировка должна действовать как яд. По-моему, она использовала сыворотку PG67AW. PG67AW. Я постараюсь найти, как выбраться отсюда. А вы ищите сыворотку. Эксела всегда держала ее в кейсе. Джилл. Алло. Джилл. Черт. Крис. Это она. Сыграем в доктор. Твоим планам конец, Вескер. На сей раз тебе не скрыться. Неужели вам до сих пор не надоели эти крысиные бега? Лично мне вы двое уже порядком наскучили. Раз. С каждым днем человечество все ближе к самоуничтожению. Я не уничтожаю мир, я спасаю его. Не конец, Крис. Шевел, он уходит, бегом! Возможно, я недооценил тебя, Крис. Заткнись, Вескер. Тебе уже никто не поможет. Мне никто и не нужен.
меня есть Ураборос. Через 5 минут мы будем на оптимальной высоте для запуска ракет. Ураборос будет выпущен в атмосферу в концентрации мирового насыщения. Ничего не изменят. Весь мир будет инфицирован. Наступит эра нового творения, и творцом буду я. Амбреллы. Ты знаешь, что мы должны сделать. Я постараюсь перехватить управление. Время запуска. Прикрой меня. Ракет через 3 минуты. Сразу тебя убить. Крис. Сам виноват. Все кончено, Вескер. Кончено? Да я только начал. Умирать, Крис.
Твое время вышло, сукин сын. Это за всех наших погибших братьев. Да. Наконец-то. Я все чаще задаюсь вопросом, а стоит ли нам бороться? Во имя будущего, избавленного от страха. Да, оно того стоит.